Я вдячний за те, що Канада мала нагоду брати участь у створенні цієї нової української поліції, що ми дописали свій якийсь маленький розділ у цій історії успіху, що ви її пишете своїми тяжкими зусиллями щодня. Це ви пишете найдовші розділи і вдень, і вночі. І що ми, як закордонні партнери, але перш за все мешканці перших міст, а потім і містечок, селищ, сіл України, зможемо на довгі роки пишатися вашими досягненнями і вашими майбутніми планами, як і також нашим співробітництвом із Міністерством внутрішніх справ, з нашими американськими партнерами. Це не перші курси, це, можна посчитати, до 10 курсів було проведено в різних профілях. Це найосновний профіль, чому? Тому що в пріоритеті у нас професіональна підготовка патрульних. Соответственно, чтобы патрульный был профессионалом, нам нужны нормальные профессионалы-инструктора, которые качественно проводят подготовку личного состава. Сейчас выпускаются ребята, которые уже есть, получат сертификаты инструкторов и в перспективе будут готовить молодых ребят, молодых патрульных, проводить занятия в разных городах. Меня зовут Никита Диденко, лейтенант полиции, город Киев. Я хотел поблагодарить за эту возможность сказать слово от лица всей нашей группы, всех выпускников. Также хотел поблагодарить наших канадских коллег за те знания и тот опыт, который они передали нам и который мы теперь сможем нести дальше. Я переселенец из Луганской области. В связи с событиями на Донбассе мне пришлось переехать, я потерял дом, потерял работу, потерял любовь, и я заплатил достаточно высокую цену за право видеть изменения в этой стране. И эта реформа очень близка моему сердцу. Когда я проходил собеседование на дворе в патрульную полицию, мне задали вопрос: зачем ты пришел сюда, почему ты хочешь стать полицейским? И я ответил словами Махатма Ганди, который говорил, что если ты хочешь стать изменениями, если ты хочешь изменений, если ты хочешь увидеть изменений, то будь этими изменениями. Теперь, получив опыт от наших канадских коллег, я уверен, что мы сможем еще больше влиять на изменения в этой стране. И от лица всех выпускников хочу заверить вас, что для нас огромная честь быть этими изменениями. Зараз патрульні покажуть вам, як відбувається зупинка транспортного засобу, коли люди, які там перебувають, озброєні. Виділіть ключі замка запалення і положіть на дах автомобіля. Ще вище, пальці розставляємо. До мене. Рухайтеся до мене. Зупиніться. Лівою рукою відкрийте задню дверку.
найголовніше – це те, що ми стаємо дійсно професіоналами. І я дуже задоволений в тому, що наша держава нас в цьому підтримує. Тобто всі розуміють проблеми, які є, і всі до цього йдуть, щоб їх вирішувати. Тобто найголовніше, що ми взяли з цього курсу – це безпека. Тобто мають бути люди, яких ми захищаємо в безпеці, і само собою патрульні. Ну, сама манера преподавания, ну, то есть не просто зачитать информацию, да, так как вот привыкли мы в университетах, нам просто отчитали и все. А здесь коммуникация, мы общаемся между собой, и в момент общения нам рассказывают, что мы должны делать, как мы должны действовать, ну, и отрабатывать это все до автоматизма. Даже не мы думаем, о чем мы должны, что мы должны делать, а тело само делает, а мы просто осматриваем ситуацию вокруг. Основной акцент делался на том, чтобы сделать их инструкторами, чтобы они сами техники и приемы могли в будущем преподавать другим.